темноте. Протянут руку тебе. В небе, на суше, в воде. Они спасают людей. Спасают людей. За кухонным столом сидели сын, отец да мать. Говорили о том, кем мальчугану лучше стать. Спорили, каждый хотел в него вложить свое. Но никого не волновало, что на душе у него. По телевизору крутили очередные новости. Пожар в квартире, печальные повести. Наводнение, сели и прочие катаклизмы. С этим всем борются сыны нашей великой отчизны. Войны в доспехах, спехи. Шагают черный дым, спасают людей. Тушат пожары, выходят оттуда, откуда не выйти. Живым пацан с открытым ртом. За теми ребятами наблюдал, которым все нипочем. Кто ради других жизнь отдавал, и тут мальчишка перебил семейный спор. Бабра, кого по телевизору разговор. Отец с улыбкой на лице, взглянув ему в глаза, ответил: спасателями зовут они себя. И в этот миг у мальчугана блестели пламенем глаза. Родителям понятно стало, что родилась его мечта. В кромешной темноте протянут руку тебе. В небе, на суше, в воде. Малый рос, вместе с ним билась в груди мечта, та самая, которую он хотел идти. Сначала выбор пал в кадетку, где мальчуганов с малолетки учат спасать, и сильным быть их лет ему не позабыть. Затем Москва, военный вуз, там намотал себе на ус. Курсантских будней строгий быть, но жизнь на месте не стоит. И вот теперь он лейтенант, мечта заветная сбылась. Сбор по тревоге, первый выезд, и по машинам понеслась. 18:35 по местному времени произошел взрыв бытового газа. Кромешной темноте они спасают людей. Так с обратной стороны просто выглядит.